Друзья, привет, это вторая часть элементов, которые можно выучить за 10 минут, ну, либо за одну перемену. Я почему-то уверен, что каждый из вас в этом ролике найдет элементы, которые он до этого не видел, либо которые он не умеет и обязательно захочет научиться. На первой части вы уже набрали 10к, поэтому выходит именно эта вторая часть. Если хотите третью, то давайте тоже 10к лайков и залетает на канал. Начинаем. В этой части, кстати, будут элементы уже такого более сложного, среднего уровня. Друзья, первый элемент, который я вам сегодня покажу и научу вас этому элементу, постараюсь, по крайней мере, научить, это чески с перехватом в нижний хват. Так, друзья мои, давайте сразу расскажу, почему элементы я показываю на относительно низком турнике. Это единственный турник, под которым не было относительно лужи. Ужасная погода. Итак, давайте рассказываю, как научиться чески. Для начала вам нужно научиться заносить ноги на этот мах, что ли, и научиться делать мах, разбивая это на шаги. Первым шагом подносим ноги, когда вы в этой точке делаете вот подобный рывок по кругу наверх. Дальше стараемся как-то этот мах делать более уверенно. Лично я, ну, сделал там попыток 3-4 и уже сделал очень качественно этот мах для того, чтобы сделать элемент. Дальше перехватываемся одной рукой, на это уйдет пару попыток. Дальше стараемся уже перехватиться двумя руками. Потом делаем, по сути, сам элемент, на это просто уходят там 3-4 попытки, и, возможно, у вас уйдет немножко больше. Все, элемент готов. Следующий элемент у нас по списку идет демонио в ласточку, и потом шагами можно еще пошагать. Но обычно я делаю просто в ласточку, вот демонио сделал, там еще принца на две можно сделать и так далее. Ну и, конечно, само обучение данного элемента. Как мы делаем элемент? Конечно, вам нужно уметь само демонио, перехват на 180 с захватом турника. Учимся демонио. Для начала вам нужно просто, ну, поднять ноги, закрутиться, чтобы понять само движение. А потом подносим ноги как можно выше коленями над турником и закручиваемся немножко в сторону. И здесь все, что вам осталось сделать, это, ну, просто попытками стараться закручиваться, чтобы схватиться за турник. Ну и, конечно, нужно уметь саму ласточку на турнике, чтобы сделать демонио в ласточку. И потом просто попытками делаем демонио и заходим в ласточку. Чем больше попыток, чем лучше у вас будет получиться. Так, ребят, следующий элемент — это у нас будет идти выход одной рукой. Многие считают его сложным, но это халявная версия. То есть она даже на вид, если вы всмотритесь, она очень легкая, потому что здесь, ну, вы практически техникой только выжимаете себя наверх. То есть там сила не нужна. Сразу рассказываю, как научиться тоже. Давайте для начала просто покажу, как он выглядит, и потом расскажу по шагам, как его научиться. Выглядит, ну, такое, достаточно прикольно и выглядит сложно. Для этого элемента вам нужно уметь хотя бы до половины подтягиваться на одной руке рывком. Подтягиваемся рывком до половины и потом ставим руку на турник. Закидываем ту руку, на которой висим, и выжимаем себя наверх. Если делать это в движении, как можно быстрее, выглядит, ну, очень красиво. Давай, 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 ай, красавчик! Молодец. Вот, ребят, самое главное, конечно, если вы даже тренируете элементы, качайте базы, и тогда у вас все будет получаться. Блин, красавчик, вообще молодец. Следующий элемент – задняя склепка. Это единственный, наверное, элемент в этом видео, который, ну, максимально-максимально простой. Кстати, элементы некоторые выглядят достаточно коряво в моем исполнении, потому что согнутые ноги на низком турнике. И максимально подробная обучалка на этот элемент есть у меня на канале. Но сейчас вкратце покажу для тех, кто не хочет смотреть полную обучалку, как научиться заднюю склепку. Так, для начала просто беремся за турник нижним хватом, поверьте, так будет легче. Подносим ноги к турнику, опускаем, ну, движение можно сделать подобное, как на чешских, и раскачиваемся. Потом нужно пятую точку поднести к турнику с согнутыми ногами и раскрыться, типа, ну, сделать такой мах ногами вперед. Итак, этот парень впервые в жизни попробовал магнезию. Как тебе? Красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, также есть вариант усложнения этой задней склепки. Халявный выход принца на две руки. Это когда вы заднюю склепку делаете абсолютно без раскачки. То есть повисли и стараетесь как можно сильнее себя руками именно силой подтянуть и зайти наверх. Это будет что-то среднее между задней склепкой и силовым выходом принца на две руки. Следующий элемент – выход на две с перехватом.
Задача этого элемента — сделать выход на 2 и в воздухе перехватиться с нижнего хвата на верхний. Опять же, делайте на труднике повыше, потому что здесь было сложно вообще делать выход на 2, так как ноги согнутые. Итак, сначала учимся подтягиваться и в этих подтягиваниях делать перехват. Ну, все банально просто, поделайте пару раз, чтобы делать увереннее. Следующим шагом нужно сделать выход на 2 и перехватиться одной рукой. Пока что любой рукой перехватываетесь, как вам удобно. После этого, конечно же, нужно уже сделать сам выход на 2, перехватить обе руки, но поочередно. То есть можно пока что так. Ну и потом делаем сам выход на 2, подтягиваемся как можно выше над турником. Так будет намного проще, у вас просто банально хватит времени, чтобы перехватиться. Так будет легче. Делаете выход на 2 и перехватываетесь. Все, выход на 2 с перехватом готов. Можно попробовать сделать еще с верхнего на нижний. Да, красава. Следующий элемент делают либо с первой попытки, либо учат попытками, чтобы перебороть вот эту боль в плече при исполнении данного элемента. Это, конечно же, Dragon Flag. Советую его учить там по пару попыток в день, и так за 10 минут на день можно выучить этот элемент. Ну, лично я сделал с первой попытки, конечно, здесь фокус покинул вообще, сказал мне пока. Спасибо оператору, очень круто сфокусировался на мне. Лайк вообще, напишите в комментариях что-то об этом операторе. Следующий элемент — это крокодильчик на одну руку. Лично я учил его попытками, поэтому что-то о конкретно изучении этого элемента не могу сказать. Советую тоже делать попытки, и у вас получится. Ну а я, друзья, на все 100% уверен, что в этом ролике каждый из вас нашел для себя элемент, который он захотел выучить и обязательно его научится. Ну, потому что они банально достаточно такие простые элементы. Ну и, конечно, если вы хотите, чтобы вышла третья часть данной рубрики, элементы, которые можно выучить за 10 минут, то на этом ролике нужно набрать всего 10 лайков. А с вами был я, Алекс, спасибо вам огромнейшее за просмотр. Далее будет. We'll be right back.